мы должны не забывать, что кроме атаки, в любых единоборствах очень важную роль занимает защита. И в принципе, понимание любого бойца единоборств, который занимается и приходит в зал для себя, для него первый вопрос не в том, как человека избить, а в том, как защитить себя в первую очередь. Поэтому, мне кажется, вопрос защиты и вопрос вот этой работы, он не менее важен, чем вопрос того, как человека сильнее можно приложить, ударить и так далее. Первый вид защиты – это работа на дистанции. Да? То есть самая главная защита – это когда изначально вообще в смешанных единоборствах дистанция работает намного дальше. Потому что ну, ребята показывали технику, да, и многие, уже находясь здесь, говорили, что здесь оппонент меня не достанет. Но для смешанных единоборств это дистанция – самая основная работа. Потому что как только происходит еще шаг ближе, это уже будет дистанция борьбы и клинча. Здесь уже как минимум ударной техники никакой не будет. Здесь уже будет, скорее всего, захваты, борьба, клинчи, и люди будут сбегать от жестких ударов. Поэтому для нас дистанция, она намного дальше. Она чем обусловлена? Первое, что обусловит дистанцию для смешанных единоборств, удар рукой в голову, джеб. Да, самое первое. Раздергивание с проходом, то есть не просто сам проход, а раздергивание с проходом. То есть я буду стоять еще дальше, чтобы не пропустить момент, когда человек меня продернет и пройдет. Да, то есть для этого ему нужно чуть больше расстояния. Если он это будет делать с удобного для него расстояния, это, скорее всего, я не успею, даже если я среагирую, если он делает проход, да, то я, скорее всего, просто не успею засунуть руки под него. Поэтому для меня, вообще для любого бойца смешанных наборов, дистанция поединка, она намного длиннее. Да, и здесь уже отсюда отталкиваются вопросы входа в атаку, прохождения этой дистанции и так далее. Но это уже вопрос атаки, да, мы сейчас говорим о защите и о ее вариантах. Первая защита – это дистанция, да, то есть мы любой его шаг, да, для себя, я могу уже дистанции разрывать и, в принципе, контролировать его атаки своей дистанции. Подключается активная защита руками, да, то есть в основном это активная защита руками, это руки, открытые ладошки. И здесь больше, я считаю, для смешанных единоборств подходит специфика именно кёкушин карате или в принципе карате, где много защиты ладонями, да, то есть многие боксеры, кикбоксеры, тайские боксеры, которые переходят в смешанные единоборства, не все умеют вот эту часть работы, когда нужно работать ладонями, да, и перекрываться, не все ее умеют грамотно выполнять. Уже защита руками более глухая, да, когда я уже все пропустил дистанцию, пропустил уже возможность руки перекрыть, и уже у меня удар летит, я могу просто перекрыться либо рукой, то есть глухое перекрытие. И четвертое, это уже уклоны нырки, когда я не успел перекрыться, ну, он считается более такой для техникой более мастерской, потому что уклонными нырками очень тяжело владеть, особенно если работа касается маленьких перчаток и еще есть борьба, то есть когда работа многофункциональна в плане и борьбы, и ударов ногами, здесь очень сложно себя контролировать, потому что уходя, например, вниз от уклона, я пропускаю коленом, здесь мне нужно контролировать слишком много вещей одновременно, чтобы в смешанных единоборствах защититься только от одного удара. Ну, я бы выделил, как защиту, это инициатива, да, умение работать с инициативой своей, чтобы навязать ее оппоненту. То есть, в принципе, об этом очень многие говорили, в том числе Эдик, говоря о раздергивании, да, работе и всего остального, но это все как бы в себе включает работу на инициативу. Инициатива может быть разной, инициатива может быть с моей стороны, как работа просто вперед в лоб, да, когда я просто перехватываю, не даю ему возможности отработать. И любой его ответ, он будет сразу моим встречным ударом перекрываться. Я буду перебивать его по всем направлениям. Это самый простой, пример инициативы, когда я человека просто поддавливаю. Очень много, знаете, из бойцов с таким манерой, кстати, достаточно. На мой взгляд, еще американская школа бокса тоже в том плане, когда просто один боец второй поддавливает, да, и забирает инициативу просто давлением, давит, начинает забирать свою работу или на постоянном давлении. И инициативу никто другого не отдает. То есть я начинаю работать, не отвечает, и где-то мы остаемся в середине. И центр никто никому не отдает. Получается, инициатива ни за кем. Но мне нужно к чему-то приводить поединок, чтобы забирать инициативу за себя. Можно сделать следующее, можно
человека вытягивает инициативу на себя, то есть как за канат, за ниточку, постепенно давать ему понимание, как будто бы я даю позицию, то есть я делаю шаг, и тем самым ему даю возможность себя проявить. Но на этом проявлении всегда можно сделать какую-либо контратаку, либо этот шаг ускорить. Например, мы начинаем достаточно, там, шаг я даю потихоньку, там, у меня вот есть полметра, да, расстояние, сколько здесь, метр расстояния. Метр я даю его медленно, да. И в какой-то момент, когда он к этому темпу привыкает, того, что я даю, я темп меняю, я резко даю очень быстро, и в этот промежуток, который там образуется, я втыкаю уже свой удар. Когда мы оппонента все время дергаем, подергиваем, все время держим напряжение, делаем ложные движения постоянно, и тем самым, как только человек начинает атаку, мы делаем раздергивание, и, скорее всего, оппонент в этой атаке будет закрываться, чтобы ожидать от вас защиты. Это использование инициативы как защиты. То есть она у нас работает как пятый вид защиты. По сути, есть несколько упражнений, которые бы вам позволили развить полноценную инициативу. И они все в основном связаны в парах. Самая первая работа инициативы – это работа в паре. В принципе, как минимум об этом думать во время спарринга, поединков, любой работы, которую проводите в тренировке, в зале, думать об инициативе. То есть уже заходя в пространство поединка, стараться как минимум не отдавать центр. Да? То есть центр – это для вас первая, скажем так, точка инициативы. Элементарное упражнение, когда мы стоим друг другу и держимся просто ладошками, такой более, может, простой или понимание, понятный способ развития инициативы. Моя задача двигаться в любом направлении, примерно имитируя поединок. Задача моего оппонента все время меня преследовать. То есть преследовать меня не сбоку где-то, а фронтально. То есть все время быть готовым нанести мне свой сильный удар задней рукой. Да? То есть, например, я двигаюсь в сторону, на него, от него. Да? И в чем смысл этого упражнения? То есть мы постоянно так двигаемся, и так можно делать раунд 2 минуты, 3 минуты. И как бы я не работал в той плоскости, ему нужно все время быть здесь, чтобы все время атаковать. В чем смысл? Смысл в том, что ваш оппонент, скорее всего, при вашем постоянном давлении захочет что-то сделать. Он захочет либо уйти, либо подойти, либо что-то сделать. Но если инициатива на вашей стороне, вам нельзя ее упустить, потому что в любой ситуации бывает как? Мы можем, я могу где-то проиграть поединок, потерять инициативу, может быть, зарубиться, я пропускаю последний свой удар, и что мне сделать? Для меня будет ошибкой дальше с ним зарубаться.